события в Ливии. Хороший был, плохой режим, но уровень жизни был самый высокий в регионе. Что там сейчас происходит? Происходит борьба за ресурсы, непрекращающаяся межплеменная борьба. Во что это превратится, никто не знает. Нас очень беспокоит, что если так же мы будем действовать и в Сирии, то там будет такое же состояние. Нам что, мало того пространства неопределенности и терроризма, который образовался между Афганистаном и Пакистаном, где никто ничем не управляет, только база боевиков там функционирует? Разве мы этого хотим? А это совсем близко от наших границ. Вот это нас беспокоит прежде всего. Это первое. И второе. Нас беспокоит будущее всех этнико-религиозных групп, которые проживают на территории Сирии. Мы хотим, чтобы там установился долгосрочный миропорядок, были обеспечены законные интересы и права всех людей, которые там проживают. И поэтому наша позиция всегда заключалась в том, чтобы сначала дать возможность людям определиться с тем, как будет выстроена власть в Сирии, как будут обеспечены законные права и интересы и безопасность всех, кто там проживает, а потом уже на основе этих договоренностей переходить к каким-то системным изменениям, а не наоборот, сначала всех выгнать, а потом погрузить в хаос всю страну. Ведь на что нам наши коллеги не могут ответить? Вот одной из ключевых организаций в стане так называемой вооруженной оппозиции является, здесь арабисты, наверное, есть, мне подскажут, организация Ан-Нусра, да? Ан-Нусра. Да? Ну вот. Это одна из ключевых организаций вооруженной оппозиции. Госдеп США признал ее террористической и связанной с Аль-Каидой. Она, собственно, этого не скрывает. И что? Она будет входить в правительство? Будущее? Нам говорят, нет. А я говорю, а как, возьмете газетку их, прогоните как мух? Нет. А что будет? Не знаем. Но это же не шутки, это же все серьезные вещи.